И сейчас к нам поднимется координатор Всероссийской политической партии, партии «Великое Отечество» Чернов Александр. Друзья, я хотел бы поблагодарить всех собравшихся. Еще больше хотел бы поблагодарить людей, которые сейчас сражаются на Юго-Востоке. Всем тем, кто им помогает. Эти события, на самом деле, начались очень давно. Когда-то Наполеон пришел, также нам наши войска его обратно отправили в Европу. Приходил к нам Гитлер. Сейчас к нам пришла информационная война, и опять нас вынуждают ссориться между собой. Проходит гражданская война, когда брат идет на брата, когда в семьях возникают конфликты и споры. Все это не просто так. Это намеренное, спланированное. Происходит финансирование. Не могу просто говорить без кома в горле. Для меня это все трогательно. Я думаю, что вот наши поступки, когда мы вместе собираемся, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы находим общий язык, особенно не только внутри семьи, но и с другими религиями, мы показываем, что нас просто так не взять, что мы разумные, что мы можем мыслить, что мы можем думать. И прежде всего, мы люди. И мы достойны светлого будущего. Спасибо вам, друзья. Уважаемые друзья, жительница Симферополя заявила желание прочитать стихотворение, которое было написано жителям Юго-Востока. Подходите, пожалуйста. Это попрошу вас поприветствовать. Спасибо большое. Становитесь здесь. Здравствуйте. Дед, это я виновата. Это моя вина. Был на 9 мая только глоток вина. Вечно спешила куда-то, ехала на шашлыки. Дед, мы войну забыли, жили, как дураки. Дед, это я виновата, и некого обличать. Я про фашизм забыла детям своим кричать. Я не научила кланяться героям победы той и вспоминать их в храмах перед иконой святой. Дед, это я виновата, не закрывала дверей тем, кто травил в Украине байки про москалей. Морщилась, но молчала и не била в набат. Каждому не кричала, что славянин мне брат. Дед, это я виновата, что у власти варьё. В том, что из хронов вышло неонацистов зверьё. Я затыкала уши, взглядом блуждала окрест. Я была равнодушна. Время идти на крест. Дед, я к тебе с прощением. Ты на небесах. Буду жива. В день победы встану в молитве в слезах. Внукам своим не устану правды слова нести. Против фашизма я стала. Дед, если что, прости. Давайте поддерживаем.
Вы знаете, дорогие друзья, сейчас к вам хочет подняться национально-освободительное движение «Город Ялта». Здравствуйте, друзья! Наш пламенный привет из солнечного города Ялты. Мы передаем самые лучшие пожелания жителям Симферополя, а также наш пламенный, сердечный, горячий привет всем жителям, кто на юго-востоке. Национально-освободительное движение, оно организовано именно с такой целью, для того, чтобы народы поднялись, чтобы жили свободно и счастливо. Сокращенно называется НОД. Можно посмотреть в интернете. В Ялте ведется достаточно успешная работа по помощи, поддержке народов Юго-Востока. Собираются средства, денежные средства. Последний сбор был 60 тысяч. Передан туда, отправлен и дошел благополучно. Сейчас продолжается... Спасибо. Продолжается дальнейший сбор. Очень много пришлось пройти трудностей, чтобы разрешение от властей было получено на сбор помощи Юго-Востоку. Каждое воскресенье в 12 часов мы проводим митинг в поддержку Юго-Востока. Но также от властей мы не видим ни поддержки, ни понимания, как и в подготовке референдума, который был проведен, как в поднятии флага до последнего момента власти нашего города всячески препятствовали поднятию российского флага. Мы хотим им сказать позор ялтинской власти, позор. О чем? Ну что ж, давайте скажем им спасибо. Подожди, еще продолжим. Последний митинг, который проходил в Ялте, не был разрешен ялтинской властью. Мы приехали сюда в тот день, когда Одесса в трауре была. Нам запретили выражать свое гражданское чувство. Мы просим помощи у Симферополя в этой поддержке. Пришло время объединяться. Время народам, независимо от цвета кожи, от разреза глаз, от национальных убеждений. Юго-Восток, мы с тобой, мы вместе, мы тебя поддерживаем. Симферополь, Ялта, Крым, Мариуполь, Донецк, Славянск, Одесса. Мы все вместе. Ура, друзья! Россия с тобой! Юго-Восток, герой! Крым, Россия с тобой! Ну что ж, а сейчас к вам поднимется жительница Симферополя Морозова Наталья. Славянск, Донецк, Мариуполь. Я хочу, чтобы вы нас услышали. Мы с вами. Вы герои. Все герои. Мы стоим с вами плечо к плечу. И сегодня нам нужна одна победа. Одна на всех, как в войну. Мы за ценой не постоим. Давайте громко-громко поддержим Юго-Восток!